Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Assassin's Creed Valhalla мечется. Хальфден тут. Хочет попасть он в ту комнату. И мы хотим попасть, но не нашла я никакой в округе баклажки, которая могла бы поджечь. Поэтому я предполагаю, что мы сейчас с вами просто-напросто, наверное, должны куда-то... А вот проплыть. Еще дальше. Так, лабиринты. Ага, а вот. Там что-то есть. Постой, мы найдем путь дальше. Подожди, а где-то тут еще ключ где-то светился. Давай-ка мы посмотрим. Ага. Это мы должны рвануть. Мне не пройти! Да не поддается! Где нужно ты? Отыскать проход для Хальфдена. Да, достаточно сейчас. Большой. Да-да-да. Хальфден у нас не будет нырять. Угу. Открыть силы у меня не получится. Явно. Тихо. Что-то не так. В смысле? А, там яд. Да? Там яд. А здесь у нас что? Дверь заперта. И ключик там. Понятно, все ясно. Ладно. Тут задачки. Вот задачки. Тихо, тихо, тихо. Хальден, отойди. Отойди! Отлично. Теперь поспешим. Давай ты не пойдешь по огню. Смотри-ка, умный не пошел по огню. Так, подожди, там была еще одна дверь. Хальден. А раз есть еще одна дверь, то ее... Не мешайся. Тоже надо открыть. А, подожди, я же видела еще одну дверь, нет? Ладно. Надеюсь, ты не взорвешься. Пойдем. Музыка такая пошла. Давай попробуем вот это. А, открыть силы. Да, 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 да. Тут какое-то тайное. Мастера римлян знали свое дело. Просторные украшенные залы и всюду эти трубы. Но римляне обезумели и исчезли так же, как их боги. Так сказано в книгах Мойры. А, видишь? Вот и добыча. Моя! Меня обокрали! Повсюду враги, Эйвор. Везде тайны и заговоры. Но так у всех королей ярлов. Твои земли велики и богаты. Решения, что я принимаю, меняют жизни тысяч людей. Это тяжкое бремя. Но я не сдался. Нет. Ты говорила с Мойрой. И что узнала? Она добра. Она не поднесла бы тебе яд по своей воле. Мойра видела такую хворь раньше. В своей семье. Этот недуг не спешит, но лекарства нет. Так от чего он возникает, этот недуг? Нет, нет, нет. Это не болезнь. Меня отравили. Кто-то наверняка хочет меня отравить. Тихо. Слушай. Вот и воры, что украли мою добычу. Давай-ка я сама все осмотрю. А заодно и ключик возьму.
Кажется, голоса раздаются где-то над подземными банями. Развалины петуарии. Слушай, тут как-то одни кубки. Что значит себя обокрали? Хочешь сказать, что вот прям... Ну, оружие нет. Тут явно... Бутылки. Ладно, пойдем. Нам надо открыть дверь. И не эту, а вот эту. За той дверью яд. Может, в нее можно как-то по-другому попасть? Либо это я сделаю потом. Ну-ка, подожди. Похоже, ловушка. Ладно, разберемся с этой с тайнами и с картами потом. Пошли сейчас разберемся с ярлом. Что у нас? Хитер, как сам Локи. Ульф. Ульф. Ага. Здравствуй, Ульф. Мы нашли твою щемиловку. Сестра Волка и Хальфдан, как я рад! Выпейте с нами меда. Вы украли часть добычи. Мою долю. Мою по праву. Мы ничего не крали. Это все нам дал Фаравид за отвагу в бою. А Олафа вы убили в том же бою. Вашего брата по оружию. Он умер за эту добычу. Это был Олаф? Проклятие, мы думали, он вор. Воры тут только те, кто пьет мой мед и растаскивает мое серебро. Вы, трусы и предатели. Это наша доля, Ярл. За победы и пролитую кровь. Эйвор, скажи ему. А что Эйвор-то? Они не заслужили кары, не щади предателей. Ну, не они, мне кажется, предатели. Кажется, они не заслужили кары. Они лишь взяли свое по праву. Вы предатели. Но Эйвор считает, что вы достойны жалости. Я буду милостив. Верните мою добычу в Донкастер, и я забуду ваш проступок. Не могу. Это наша доля. Придется тебя зарезать. Мы бились за нее. Убивали. Лили кровь. Если слава твоя, то пусть хоть добыча. Закрой пасть, пес. Да. Ну, он, между прочим, меня тоже выводили. Воду мутил. Обуздай свой страх, Хальфдан. Это отрава для ума. Их убил не я, а Фаравид. Он вынудил меня обманом и хитростью. Он... Прости, мне жарко в этих мехах. Кажется, потеплело. У тебя встреча с Фаравидом. Верно говорю? Все верно. В холмах. Да, я знаю это место. На пути между Йорвиком и Пикерингой. Надави на него, Эйвор. Не жалей сил, не сдавайся. И узнай, замыслил он измену или нет. Предатели, воры, посмели... Они посмели! Мою по праву, да, да! Фаравид крыса. В словах яд. Что-то похоже, неправильного ярла мы выбрали. Фаравид. Ну и Фаравид тоже, прямо скажем, не одуванчик. Вот в чем дело. Я не знаю, что делать, по большому счету.
Собака тут отдыхает. Ладно. Собаки, лежите. Эйвор, слезь. А мы пойдем и попробуем вытащим... клад? Там яд. А как бы мне так пролезть-то, чтобы не травиться? Где же мне казалось, что я видела вторую дверь, которую надо взорвать? Точно. Так. А если я здесь? Там нету больше... А, вот. Вот эту вот дверь я видела, что надо взорвать. Вот. Ну-ка. Я смогу с этой баклажкой так вот так же сделать. А, даже. Угу. Здорово. Ну да, вряд ли она. Вряд ли ее можно поднять со дна. Надо как-то извернуться и попробовать ее все-таки донести и докинуть. Давай, ладно, пойдем. Там еще было. Биля у нас. Биля. Кстати, может быть, и здесь нырнуть? А ну-ка. Я не пробовала здесь нырять. Поставь. Вот здесь вот. Эйвор. Эйвор же ж прыгни в воду. Вот. Не ныряется? А, ну это все те же проходы, да? Угу. Ясно, короче, вот сюда мы с вами выбрались. А чё, что такое, что такое? Почему никак? Чё никак-то? Надо пробовать добросить. Шит. Это было весело. Да, это та самая комната там, тоже с ядом. Угу. Это она самая. Как же ж мне до тебя добросить? Может быть, я здесь? Да-да, слезь же ты. Офигеть. Вот здесь ты можешь залезть? Залезть и пройти. Это что-то. Давай попробуем, когда бакла у нее руки заняты, она тогда не цепляется за все подряд. Попробуем добежать по-другому, вот там сбоку пройти. Докинуть, да, докинуть не получается. Это уже однозначно.
А что у нас задание исчезло? Вот смотри, она... ты сможешь вот здесь вот... Ну, прыгни, вот, смотри, приступочка, прыгни сюда. Да что ж такое? Вот. А теперь прыгни туда. Вот. Поставь. Ну и вали отсюда, короче. На себя. А, получится на себя. Так. Аккуратно здесь. Да, вот именно. Ядовитая ловушка. Книга знаний. Это и был этот самый тайна. Мне вот интересно, или как? Да, немножечко мы себе подпортили жизнь. Но не страшно. Зато все нашли. Все же мы нашли тут. Ну-ка. На карте. Вот на карте был этот мост. А это что такое? Тут что-то тоже есть. Бригантий. Храм Бригантий. А это вот где мы тут с ним, это самое, короче, скакали. Руины. Давай-ка сделаем следующее. Давай, ладно, вылезай сюда. А мы посмотрим еще раз эту карту. Так, у нас способности и способности потом. Способности потом. Вот это была карта, да? А либо нет, подожди. Либо это все-таки что-то другое. Это что-то другое. Это не эти бани. Не-не-не-не-не. Это не баня. Это вот здесь вот. Вот куда я поставила крестик. Это туда. Ладно. По крайней мере, здесь все понятно. Ой-ой-ой, надо найти какую-нибудь еду. Туда я больше не полезу. Тут была какая-то еда. Там, по-моему, не было никакой еды. Ладно. Альдин, а что ты тут стоишь? Все, эти трупов уже... Трупы убрали? Давай, коняга, поехали. Так, вопросительный знак это, скорее всего. Да, торговец. Что делает в лесу, непонятно. С ним мы не будем. Вот и храм. Слушай, тут прям что-то, что-то тут грандиозное когда-то было. Львовики.
Там мне вот сейчас какая-нибудь зверюга будет, да, сидеть? Ой. Тут битва. Очевидно, там битва, Эйвор. А мы с тобой не закусили. И адреналина у нас неполная ячейка. А, кстати, что мы за умение это взяли? Подожди, давай посмотрим. Так, так, нет, не задание, а способности. Ух ты, это что это такое? А, ядовитая ловушка. На стреле небольшой мешочек, с которого при ударе рассыпается особый порошок. Но дело в том, что мы сами можем попасться на этот ядовитый порошок, поэтому не знаю. Дайте мне какой-нибудь малины, во, морожки. Да, уже все, уже не надо. Уже каким-то чудесным образом мы восстановили здоровье. По-моему, у меня какая-то то ли руна, то ли еще что-то есть. Так. Мое оружие начищено до блеска. Хочешь станцевать? А что мы нашли? Набросок Вельва Парус. Надеюсь, ты недавно мылась. В смысле мылась? Ты только с чистыми воинами воюешь? Это, по-моему, опять какой-нибудь Дрэнк или что-то в этом роде. Ты кто такой? Приветствую. Это твое жилище? Да, я Готофрид Прекрасной Одежды, Дрэнк Великого Войска Язычников. Мне доверял сам Рагнар Лотброк. Я хочу сразиться в чистом и славном бою на закате моих дней. Хочу достойно испустить последний вздох. Ты так следишь за собой? Мое облачение безупречно, всегда чистое. Рагнар когда-то учил меня уважать себя. Чистая совесть, верность клятвам и безупречная преданность куда ценнее, чем натертые до блеска доспехи. Весомые слова. Окажешь мне услугу? Все, о чем я прошу, это чистый и славный бой. Давай. Пусть Один увидит наш танец. Начнем. Пусть твои одежды окропит вино воронов. Моя сталь в отличном состоянии. Так, Эйвор, пойдем. Ой! Тор, дай мне силу! Безупречный удар, такая точность! Мое оружие затупилось. Нужно использовать только острое, только чистое. Давай, только чистое. Пока ты там прихорашиваешься, мы тебя, пожалуй, победим. О, ну чего? Мыться пойдешь? А, моя кровь так чиста! Спасибо за последнюю песню добротного оружия. Иди же к своей безупречной победе. Прощай, благородный Дрэнк. Мы должны его добить наверняка. Ну, давай. Раз он сам этого просил. Ну, его легонечко топориком. Почик. Чик-чик. Дрэнк побежден. Тайна завершена. Тоже мне тайна. Давай мы его возьмем. Он бился достойно. Давай его сюда положим.
Вот. Ага, а тут у нас... еще и опальчик есть. Так вот, то самое сокровище, это оно и было вот посередине этого бассейна, мне вот интересно. Получается, что да? Я вам скажу, такое себе сокровище. Прямо скажем. Так, ну что ж, Дрэнк побежден. Не такой сложный он был вообще не сложный. Я уже как-то так морально заготовилась к долгой и тяжкой битве. Но, может быть, сюда просто надо раньше приходить. Тут как бы уже враги. Ну, не то чтобы очень легкие, но для нас уже вполне себе победимые. Так, что дальше? Где? Куда? Задание. Ну, как-то скинулось. Сын Йорвика. Фаравит рассказал нам, как собирается доказать свою преданность Хальфдену. Найдите Фаравида у холмов. Вот. Да, мы с вами отправимся. Холмы это где? А, смотри-ка, тут у нас бродит еще и этот самый. Угу. Подожди, а у каких холмов? Где? А, вон они, холмы. Ревнитель. Ревнитель у нас тут ходит. Можно, кстати, тоже поставить на него галочку. Вот, и отправляемся. Нам куда-то туда. У меня мало адреналина. Это на самом деле нехорошо. Мне бы поохотиться, что ли. Вот, хотя бы, чтобы одну ячейку заполнить. Так кто? Ворона? Ну, ворона такое себе. Интересные места тут с этой стеной. Неужели тут нету ничего? Дай-ка мне карту. Или ворону. Где мы сейчас бегаем? Когда-то здесь шел акведук. Нам говорят, что здесь ничего нету. Можем вот сюда к руинам выдвинуться. Лети же. Лети, лети, лепесток. Так, веду, конечно, сооружение мощное. Ну, потому и баня, потому что был акведук, по нему шла вода. Хотя, как по мне, так почему бы не взять из озера? Не знаю, собственно говоря, почему так как-то в отдалении эти бани. Ну да ладно. Кто мы такие, чтобы рассуждать о том, как строили древние римляне? Так, там еще бегают олени. До этого далеко. Скорее всего, сюда будет ближе. Вон он, вон он. Я про оленя. Блин. Не знаю. О, заяц.
Как-то у меня там можно было принести, я уже не помню, какой-то... Как-то я могла заполнить шкалу адреналина получше, чем просто бить несчастных животных. А там еще и заяц. Ага. Опять мимо. Я сейчас все расстреляю. Так, ну что, попробовать мне сгонять за этим? Давай, наверное, мы сделаем эту серию такую действительно сегодня расхожую. Сколько вот он мне... Полностью-то он не заполнит, да? Не, не заполнит. А если я буду колотить эти самые... Нет, оно тоже не заполняет. Было бы странно заполнять ячейку адреналина, если я колочу камни. Это... Ух, а тут зима. Ревнитель, интересно, кто такой? Кто такой? Дай-ка я сделаю сохранку. Всякие пожарные. Черт, он удаляется, лошадь. Я опять в зиму пришла. Давай-ка поднажмем. Вроде как едет сюда. Все равно это очень далеко. Заяц, Эвер, догоняй зайца! О, блин! Вот. Заяц. Зайцу не повезло, он застрял в этих самых. Валима в него нет. Попали в лошадь.
О, это какой-то вонючка опять какая-то. А черт, 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 вонючка, вонючка, да, вонючка. Эйвор? Люблю убивать дикарей. Зараза какая со своей вонючкой. Да Эвер же, да что ж ты как корова-то? Сам и отравился со своим ядом, блин. Фу. Сейчас, подожди, отравление пройдет, мы его добьем наверняка. Как долго будет это отравление? Все прошло. Кто-то был. В скитаниях я часто просыпался, дрожа от страха. Надеюсь, он отступит. Прощай, тролли ждут тебя. Каллин, Каллин. Каллин, а ну-ка давай-ка мы... Руна. Критическая для оружия. Так, давай-ка мы посмотрим орден, и что за Каллин, и как он тут оказался. Каллин. Вот он был последний в этой цепочке. Ужасная печаль, Каллин. Отшельник, который живет глубоко в лесу. Ужасная печаль, умеет сидеть абсолютно неподвижно, но когда перед ним пролетает какая-нибудь птичка, он ловко хватает ее, сворачивает ей шею и с удовольствием поедает ее плоть. Какая ужас. Так, ладно. А мы получили какие-то новые знания? Да, наверное, нет. Горм, мы знаем о нем все. Вот тут еще какие-то новые члены. А тут мелкие сошки. Серп, одна подсказка из двух. Здесь тоже по одной подсказочке. Здесь даже три нужно. Эсло. Вот. Так что, в принципе, можно считать, что половину мы уже сделали. Причем, я бы даже сказала, большую половину. Тут вообще, как бы, ну, осталось совсем ничего. Вот. Отлично. Лошадка. Давай, поехали. Как говорится, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Слушай, а что за эти тут какие-то сокровища? Зачем они у меня помечены? А, я думала через них пройти. Ой, ладно, давайте уже не через них. Давайте поедем. Как мы поедем? Ибо тоже это далеко. Тысячка. Так, лошадь, дай-ка угадаю. Тут сейчас будет откос, и мы с тобой никуда дальше не поедем, да? Да, ты может... Лошадь застряла. Лошадь застряла, бедная лошадь. А нет, слушай, а могу я съесть лисичку? Чувствую прилив сил. Да, да, это вот как раз тот самый адреналин, который нам так нужен. О, волки. Не хочу на вас тратить свой адреналин. Отстаньте.
Блин! Придется. Эйбор же, да вот же волк. Под носом. Набрали кожу. Ну чё, побьём этого тоже? Зараза. Ну вот, теперь адреналина полная шкала. Там еще кто-то был. Какие тут, однако, волчьи места. Надеюсь, мою лошадь они не съели. Не, не съели. А, так подожди, это уже не волчьи места. Там уже какие-то упыри ходят. Ладно, оставим. С волками? Очень странно. Смотри, ну это же волк. Ого! Ладно, пойдем пешком. Заодно, может, и ночь закончится. Как-то у нас тут очень быстро происходит смена дня и ночи. День поиска. О, боже, это лиса. Зона поиска. Сюнин. Ты мои глаза. Ну, пойдем. Да, все-таки лошадь я позову. Просто, чтобы она рядом была. Пожалуй, сделаю еще одну сохранку. Ибо не нравится мне все это. Так, стрелы. Эйвар, приветствую! Здравствуйте. Осуши со мной чашу меда. Вот уж не знаю, хочу ли я с тобой мед осушать. А почему здесь две лошади? Сейчас, подожди, сейчас мы все разнюхаем. Разнюхаем, тут что-то не то, что-то тут не то, а что-то тут сильно не то. Никаких записочек нету. По-моему, есть. Приказ Ярла. Фаравит. Ярл велит себе собрать своих людей и привезти их в город Йорвик. Написано Леди Мойры в третий лунный день. По приказу Ярла Хальбдена. Смотри-ка, Мойра все-таки имеет там это самое влияние. Причем стрелой было проткнуто, да? Какой интересный знак. Так, лошадь моя, знаешь что? Ну, смотри, стрелы кругом. Ой, тут сейчас будет битва, да? Либо надо будет очень быстро отсюда бежать. Давай-ка я все-таки коня своего действительно приведу. Так, чтобы он здесь был на выходе. И если мы очень быстро побежим, то чтобы он был под рукой. Понятно, что можно на любого, наверное. Так, да. Круг друидов какой-то. Вышка. Ой, нет, пить я не буду, наверное. А ты сейчас смотри. Мы сейчас выпьем, мы будем пьяные, и начнется. И ночь еще, блин. Нельзя, чтобы день был. Да уже день будет. Так.
Вот и ты! Давай выпьем! Ты верно осушил не один рог. Но еще стою! Скажи, моему другу понравился кубок? Он был занят другим. К примеру, твоим Ульфом. Тот умер за добычу, которую украл у Хальфдена. Ульф, бедняга. Говорил я, придержи язык, но он все тявкал, как дворовый пес. У Хальфдена всегда был столь буйный нрав? Нет. Богатство и слава порядком его изменили. Он стал совсем другим человеком. Ну, а он тоже это самое дает. Понимаешь, они себе награбили там целые мешки серебра, вина, а этому отдали стаканчик. Ярлу. Они совсем, что ли, рехнулись? Что стало с этим лагерем? Правителю положена особая доля. Богатство и слава меняют людей. Меня это все не волнует. Что стало с лагерем? Что это за место? Я думала, что увижу твое войско. Наш первый лагерь в Нортумбрии. Мы были здесь с Хальфденом и его братьями, Уббой и Ивором. Мы осадили Йорвик и убили короля Эллу. Но эти славные дни в прошлом. Что там у тебя? Моя доля добычи, полученная в те давние дни. Я закопал ее здесь. Эта сума полна серебра. Хватит на целое войско. Ну что, Эйвор, в Йорвик, кто быстрее? Словно в дни былой славы. Ты слишком пьян для скачки. Так выпей, пусть будет честно. Иди нафиг. Чего ты ждешь, Эйвор, друг мой? Неужто весны? В смысле? А куда скакать надо? Твоя лошадь и то чует, как от тебя разит. Ты... Твоя лошадь и то чует, как от тебя разит. Ты ее пугаешь. Благодарю за заботу. Но мы с Хюльдой умеем пить. Хюльда? Куда теперь? Я не пойму, куда... А, там еще волки скачут по этим самым... По пятам. Куда скакать-то? Если это соревнование, конечно. Йорвик? В Йорвик я тебя быстрее доскачу. Что там? Если по дороге, тем более. Может, надо было действительно выпить? Сейчас он скажет мне честно. Озлобленный будет. Так и не смог поспеть? Видно, моя лошадь выпила больше меня. Что мы делаем в Йорвике? Ты не сказал. Навещаем короля-слугу Риксига, да правит он долго. Моих людей не хватит для победы над пиктами. Но с Фирдом Риксига мы одержим верх. Ты доверишься королю-слуге, но не своему ярлу? Тише, помолчи. Здесь всюду уши и всюду глаза. Я не соглашалась на такой обман. Нужно было предупредить меня раньше. Эйвор, друг мой, изложи я тебе все, что задумал, мы бы так и сидели у костра. Свет огня мне милее тьмы твоих замыслов. Не делай так больше. Ну, вообще-то да. Вот как-то в обход ярла. Пошел собирать армию. Не знаю. Все они тут какие-то... Нету положительных. Ух, как тут у вас...
Давай, давай. Расчищай мне дорогу. Сейчас все куда лучше, да? Теперь Аудун. Тихо. Со дня Йольского пира я боюсь выпить даже каплю вина. Еще одна причина пить эль. Эй, сюда! Ну, я тут. Че, орём? Да давай уже двигайся, господи, это все так долго. Народ тут кидается под копыта. По-моему, только мы на лошадях тут ездим. Жаль, что Йольский пир не каждый месяц. Тягомотина надоело. Лишь бы не кончилось, как в прошлый раз. Ужас. Да, Йольский пир тут был веселенький в прошлый раз. Ну, для этого стоит заглянуть на серию по Йорвику. И посмотреть, как тут все было. Угу, пикинёр, скрытая атака. Ну что? Стой. Сделай одолжение. Не говори, что Хальфдан не знает о наших замыслах. Так будет лучше. Ага. Ты в своем уме? Риктик служит Хальфдану. Подумай, чем ему грозит предательство господина. За что карать Риксига, если он не получил приказа, а? Коль не справимся, я возьму вину на себя. Ты что-то слишком много на себя берешь. Ой, Эйвер, да что ж такое-то? Как я вот не люблю все вот эти вот интриги, блин. Все эти хитросплетения, все это самое. Риксик-то нормальный, мы с ним знакомы, по-моему. Если я не ошибаюсь. Эйвер, сестра Волка. Да. И виночерпи Хальфдена. Не ждал вас увидеть. Ах, он виночерпи. Надеюсь, в Йорвике все благополучно. Да, мы выживаем. Хотя казна почти пуста. Но после этой войны мы разбогатеем. Пока не соберут дань. Ты слишком дерзок, король. Не стоит забывать, кто здесь правит. Напомни мне, Фаравид. Вчера у власти был Хальфдан. А сегодня ходят слухи, что войско поведешь ты. Я в замешательстве. Да, ты служишь Хальфдану. И он приказал нам, наконец, разбить войско пиктов в Магнисе. Чтобы вести столь крупную войну на севере, понадобится немало серебра и людей. Я уже собрал воинов и нашел деньги. Жду того же и от тебя. Я тоже приду на помощь. Пиктов нужно разгромить. Ясно. Полагаю, у вас есть письменный приказ, да? От самого Хальфдена? Я не буду врать. Я не буду врать. Зачем я буду его подставлять? Если честно, король Риксик, Хальфден не знает о нападении. Не знает? Крайне необычно, Фаравид. Эйвор ошибается, король. Хальфден сам заверил меня, что ты снарядишь войско. Он рассчитывает на это. Но Хальфден болен и утомлен. Так одарим его стремительной победой вместо напрасных волнений. Прости, Фаравид, но я вынужден отказаться. Без прямого приказа Хальфдена я не рискну столь многими жизнями. Ты откажешь мне? Да. Если дам тебе войско, моя казна и статус пострадают. Хальфдену нужно не это, а сильный и верный король. Откуда тебе знать, что ему нужно? Я не могу помочь без одобрения Хальфдена. Слишком опасно. Он ведь мой союзник. Вы понимаете? Конечно. Не знаю, что сейчас там Эйвор выступает, возбухает. И вообще, что это такое? О, да, ура, пошли побьем пиктов. Ну, как бы там ни было, ты виночерпи, сиди и черпай свое вино. Он свое серебро еще. Вырвать бы твой болтливый язык. Ну почему? Покачину. Не было причин лгать. Риксик всего лишь слуга Сакс. Он потерял бы куда больше, чем мы с тобой. Этому змею нельзя верить, Эйвор. Если он расскажет все Хальфдену, победы нам не видать. Иди ты, а вообще, эта нафиг. Победа лишь на пользу Хальфдену. Ради него мы обезопасим Нортумбрию, и подданные станут восхвалять его. Ладно. Если подделать приказ Хальфдена, Риксик согласится. Нам поможет Хьор из Йорвика. Хорошо.
Его любимая таверна тут рядом. Ищи там. Ох, елки с палками. Я вообще не понимаю эту логику. Идти бить пиктов без короля. Типа мы их побьем, а потом король узнает. Даже если вы их побьете и победите, а король потом узнает. Как-то я не думаю, что он обрадуется, что вы за его спиной, да еще с помощью, так сказать, его вассалов, какие-то такие дела творите. Понятно, что это, как говорится, плюс ему то, что он на свои кровные деньги старается все это делать. Что-то как-то это все через задницу, короче, будем называть вещи своими именами. А теперь мы еще должны подделывать какие-то документы. Боже мой, ты забыл штаны одеть? Чем не забыл, а забыла. Это же женщина. О, да, похоже, она забыла юбку. Ну, бывает такое, да, бывает, что вот выскочил из дома, задумался, одел, а юбку забыл. Вы думаете, не бывает? Еще как бывает. Хе-хе. А, так. Теоретически мне, наверное, еще далековато. Что ты видишь? А вот сюда вот, да? Там, где конюшня. Все места. Благословений вам! Йольские козлы! С любовью! Сволочи. Они нас уже прокинули в прошлом году на этих йольских козлах. Это было забавно. Эль дороже хлеба. При Аудуне было лучше. Хьор, их же не переубедишь. Давайте серебро, ограбители! А, нет, вот это... Меряются силы. С какой-то бабкой вообще. Она там совсем хиляк, что ли. Так, ну что? Ты правда здесь? Эйвор, ого. Ты пришла как раз вовремя. Так, а это кто? Иди-ка, пока не поздно. И не тронь моих друзей. Врежу тебе хорошенько. И буду трогать, кого хочу. Итак, мордобой, да? Пора тебе стопнуть! Эйвор, давай ты сначала одного отмудохаешь. А, ты уже отмудохала, понятно. Потом возьмешься за самого главного. О! Привет, Эйвор, истинный Люфина. Воин. Спасибо тебе, Эйвор. А эти скоро очнутся. Если б еще поумнели, что привело тебя в Йорвик? Тайное поручение Хальфдена. Мне нужно войско для войны с пиктами. Хальфдан начал войну, не имея денег? Не похоже на него. Не скрою, это придумал Фарвид, не Хальфдан. И знает ли об этом Хальфдан? Не знает. Но он дал мне свободу действий. Причины я раскрыть не могу. Да, до нас дошли слухи. А на наши послания никто не ответил. Ты можешь помочь мне с этим? Подделать приказ, будто он от самого Хальфдана. Чтобы Риксик послушал нас. Спасибо. Я знаю, что ты многим рискуешь. Приноси документы к королевскому дворцу. Встретимся там. Эйвор, сюда, давай выпьем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты мне помогала. Неоднократно. Ну, что, будем пить? Ульфина. Смотрю, вы хорошо устроились в городе. Да, нам по нраву такая жизнь.
Но я все вспоминаю Люфина. Норвегию. И зимой, и летом. Береги себя, Эйвор. Пытаюсь. Это было забавно. Такой интерактивчик небольшой. Так, эти живы. Тут что у нас? Еда? Отлично. Тут пить. Тут есть. Ну, прекрасно, прекрасно. Мы спустя год вернулись опять в Йорвик. Так, ну что, пошли к королевскому дворцу. Будем там ждать, когда нам принесут. Подделку, да, страшно. И как-то все это мне очень не нравится. Не нравится, не нравится. Благословений вам! Йольские козлы! С любовью! Это ты тут козлов продаешь, да? Хочешь купить йольского козла? Где же эти игрушки, дитя? Я держу их в укромном месте. Мы с сестрой сделали самых лучших козлов на свете. Знаю, я уже твоих козлов. Не уверена, что они лучшие, но все равно люблю их всех. Бе-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 
Но не сейчас. Если передумаешь, беги сюда! Теплой зимы тебе! Благословений вам! И потом, когда ты покупаешь за 100 монет у них этих монет, он говорит, ну вот, вот и козел, вот и первый козел. То есть сами мы козлами и становимся. А, так, как бы к дворцу тут поближе подойти? А нефиг заборы ставить на моем пути. Тем более те, которые можно разбить. Ладно, друзья, давайте мы, наверное, здесь на ступеньках у этого дворца с вами попрощаемся. Вот, поскольку сейчас там начнется явно заварушка, явно надо будет что-то быстро делать, куда-то быстро бежать, кого-то долго бить, а это долгая история. Поэтому перенесем ее на следующую серию. А всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.